Привет, друзья! Тяжелый транспортный беспилотный летательный самолет сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» завершил первый этап летных испытаний. Полет тяжелого БПЛА длился 20 минут на высоте 200 метров при скоростях от 50 до 200 км в час. На испытаниях в кабине находился летчик для контроля за параметрами. Самолет с функцией беспилотника разработали в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина. БПЛА «Партизан» предназначен для перевозки грузов и может использоваться в гражданских и военных целях. Российский БПЛА «Партизан» оснащен гибридной силовой установкой и может взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствия на границе площадки до 15 метров. Дальность полета БПЛА «Партизан» до 1000 км на высоте до 8000 метров при максимальной скорости свыше 300 км в час. Вес полезной нагрузки до 1 тонны. Как сообщается, беспилотный самолет «Партизан» на 100% будет сделан в России. В 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого БПЛА «Партизан». На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.